Всем привет! Вот такой вариант катушки существует на белом свете. Очень удобный вариант для смотки-размотки катушки. Вот так вот 100 метров можно намотать, можно чуть больше. Вот тут вот сейчас в данном случае вот здесь 100 метров намотано. Это серьезный вариант катушки для хранения телеги, этого шланга. Подсоединяется сама телега вот на кран, вот здесь вот, да, вот так вот через гусак, вот тут вот видно, да, сразу показываю. И, соответственно, значит, наматывается вот этот, как его, шланг. Сейчас я покажу. Ну, кто знает, кто имеет дело со шлангами, да, они знают, что это за возня такая. И как она кувыркается, когда разматываешь, и переворачивается, прыгает туда-сюда. А этот вариант, это как бы самый прикольный такой вариант. Смотрите, вот, тяну, вот, и разматываю 100 метров. У нас участок здоровый, и поэтому, как бы, вот, пожалуйста, вот. Тяну я за шланг, не за пистолет, чтобы его сломать. А за шланг, вот, и телега не переворачивается. Так, идем обратно. Вот такой вариант существует. Сейчас вот воду дам, и вот она с водой. Сейчас посмотрите. Вот я далеко не стал разматывать, но можно разматывать. Вот это маленькие струя. Маленькая, вот большой душек, клавиша вот эта вот, вот видите, вот так вот можно далеко, можно близко. Здесь есть режимы, сейчас переключу, одной рукой снимаю. Как всегда, нет оператора у меня, так что не ругайтесь, все делаю в одиночку. Вот такая струя, смотрите, вот видите. Причем можно зафиксировать клавишу и вот, без нажатия. Можно отпустить. Можно отпустить вот так раз. Ну, это как бы по пути обзор на вот такой вот кранчик от такой известной фирмы. Не буду называть. Но факт то, что очень удобно наматывать шланг. Желательно, конечно же, отключить воду, конечно, да, надо, и отсоединить пистолетик, чтобы он не поломался и не елозил, да, по этой, как ее, по полу, чтобы ни за что не зацепился. И вот сейчас я покажу вам процесс смотки. Так, если получится, конечно же. Еще раз повторяю, я снимаю один, так что у меня помощников нету. Ну вот, смотрите, здесь вода еще есть в шланге. Шланг тяжелый, и вот так вот наматывается это дело. Ну вот, смотрите, то есть, ну, регулировать, конечно, надо, он сам не намотается, но, по крайней мере, процесс сильно облегчается при наличии такой тележки, катушки. То есть, вот так вот, вот он. Я сейчас быстро показываю вам, да, он вкривь-вкось как бы намотался, но это ничего страшного, вот он, его не деформирует, вот. И вот сюда вот так вот, вот здесь есть такая штука, вот. И потом вот, конечно же, можно его, ну, отстегнуть от крана во дворе, да. Вот, это вот остатки в нем, в самой катушке, в тележке. Ну, вот сюда складываете, тут такая корзиночка есть, сейчас, секунду покажу, криво все. Извиняюсь, что такое качество видео, это не профессиональный контент. Если вам нужен телевизионный контент профессиональный, идите смотрите телевизор. Здесь любительская тема для людей, кто в теме по инструментам, по садовым делам, короче, дачные дела. Ну, ладно. Кто поймет, тот со мной. Подписывайтесь на канал. А кто ищет хайповые такие, да, супермодные блогерские какие-то картинки, оставайтесь на диване вместе с теми разноцветными блогерами. А вам, кто со мной, благодарность за подписочку.
и за ваши лайки, и за ваши комментарии. Вот такая телега, вот так вот потом все это дело ездит, вот так вот потом уезжает все это дело. Вот такая коляска, короче, для транспортировки и хранения шланга большого. А вот сами определяйте, как вам эта телега, катушка. Многие сейчас, наверное, скажут, а я сделаю из колеса там или еще что-то из дерева. Делайте на здоровье, хозяин, барин. У нее пневматические колеса, кстати, у этой тележки. Могли бы сделать бы уже полиуретановые такие, которые не сдувайки. Сейчас я поближе вам покажу. В общем, смотрите, вот здесь вот эта скоба, ну, такая, как бы, коромысло такое. Там подшипник внутри. Вот ручка. Сам шланг. Шланг тоже купили сразу хороший. Ну, немецкий, от известной фирмы. Такая ось, колеса, 4 колеса. Вот такая рама. Бывают вот такие варианты, я видел. Сварной барабан, катушка. Цельно литая какая-то. Здесь вот корзинка. И здесь вот ручка мягкая такая. И самое интересное, что, смотрите, она мне прям по пояс, эта ручка. То есть в три погибели не надо нагибаться, когда толкаешь вот эту тележку. Спокойно она едет, транспортируется. Подъезжает хозяйка, допустим, на огород, вот, прикатывает ее, разматывает шланг и наматывает обратно. Кто имеет дело со шлангами, с огородами, они знают, сколько возни приходится проводить со шлангом. И много возни с хранением шлангов тоже у многих, кстати. Такие вот бывают нюансы. Ну, здесь вот сейчас 100 метров шланга. Вот, пожалуйста, есть расстояние еще вот намотать. Ну, еще где-то метров, наверное, 30 сюда влезет. Вот такая вот тема интересная. Еще раз напоминаю, подпишитесь и комментируйте, делитесь этим видео. Может, кто-то ищет, подскажите, что вот такая бывает тележка. Катушка. Мало у кого есть возможности самому делать такие катушки. Ну, или подобные, или что-то наподобие. То есть это только умельцы могут. Я вот решил обзорчик снять покупной. Классная тема. Огородники, садоводы поймут. Да и коммунальные хозяйства тоже поймут, что такое вот такая тележка. То есть нормальная тема. Есть какие-то, я видел, промышленные тележки. Это тоже промышленная. Ну, в общем, это, можно сказать, профессиональная такая садовая катушка под шланг. Операторским искусством не особо владею, так что сильно не ругайтесь. Так все это выглядит. Как здесь идет соединение, вон, смотрите, вот это вот. Вот здесь подается вода, вот там гусак, и вот здесь вот соединение на коннектор, и потом шланг подсоединяется и наматывается. Вот так вот все это дело выглядит элементарно. Вот корзинка под садовые поливочные дела, тоже удобная тема. Так что имейте в виду, друзья, вот такая телега. Короче, показал, как есть, без всяких там рекламных ухищрений. И это не реклама, и я не торговец, у меня не барыжный канал. Всем спасибо, всем пока.